foot fit. Iced out teeth on the iced out whip. With the limousine tints, you can suck my dick. Friends with a show, be you in the best truck. Always wanna fuck, tell the bitch good luck. Always wanna fuck, cause it just came up. Drugs in my nose, good drugs in my cup. Спортом занимаются. Правильно. Спорт, спорт, спорт – это жизнь. Сколько вам лет? Ой, много. Я не девушка, 67. Отлично. Вот. Как часто спортом занимаетесь? Володь, а сколько спортом занимаюсь? Каждый день, наверное, да? Бегаете много, смотрю, да? И бегаю, и боксирую. А, и, я вижу. И железом. Отлично. Всем. Правильно. Вот. Так что всем советую заниматься. Что мы и делаем? Продвигаем в массы. Хоть это нелегко сейчас. А что, пускай молодежь занимается. Будут жить долго и счастливо так. Правильно. Встретились с ребятами, собрали все, что нужно. И сейчас будем выдвигаться. Тут едем мы в Солнечногорск. Наше соревнование устраивает сегодня Владимир Сайдашев. V8 тренинг. Одна наша банда на той тачке, мы на этой. Положили подушки, все положили. Закрываем, да. Закрывай, да. А, стаканчик, Илюх. Ничего, стаканчик кофе. Это же... Пусть будет, да. Стиль. Хорошо. Максот, тут Макс сегодня выступает вместе с Глебом в команде. У нас парные соревнования. Сейчас дам свет чуть-чуть. Пропускаем нас побольше, мяч, хорошо. Ну а мы садимся и выдвигаемся. Ленка с ребятами поехала на той тачке. Братух, а здесь нужно убрать. Еще я взял GoPro с собой, чтобы нормально снимать. Давай, ключики тоже, бро. Опа. Коробочку спит режим. Так, выдвигаемся, будем болеть за наших. Макс, смотрел, смотрел, что будет сегодня? Так, немного. По комплексам, да? Главное, трастеры. Есть трастеры? Конечно. Ну, вообще отлично. Поэтому я еду. Ну и супер. Трастеры мы же часто делаем, братан. Бывает. Так что мы должны терпеть сегодня. А я напоминаю, что наш клуб находится маршала Кутукова, 24, корпус 1, Старогино. CrossFit Friendly Fit. Мы выезжаем. Смотрите полный выпуск на моем канале. Подписывайтесь. И если хотите тренироваться весело и чтобы каждый день вас ждал новый комплекс, то мы вас ждем. V600. Туда-обратно? Нет, туда-обратно 1200. Да ну, брось. Смотришь, посмотришь. Ну, потом разобьем его. Короче, платить что за него? Давай, сколько? Не написано. Ребят, есть волонтерин? Людей, ничего. Которые так ездят на машинах. Я говорю, мы можем не доехать. А он говорит, да не переживай, я еще не так вожу. Выглядит вот, ребят, взял. Сегодня бомбишь? Черт, да? Сейчас я вам покажу место проведения, где все у нас будет проходить. Вот такой стадион огромный, с такими трибунами. Вот там рама, где ребята будут сегодня выступать. На ИСО 600, да. Вот у ребят, значит, приехали мы. Вот их значок, V8. Здесь они располагаются, и могучие у них разместили вот такие кресла, в которых сейчас можно заплатить денежку и спокойно полежать. Ребята все разместились. Вот он, хищник идет, голый уже. Ты сегодня участвуешь, Владимир? Правильно. Смотри, какой здоровый, да?
Как вот я тебе руку пожимаю? Здорово, здорово. One of them man got a touch, man them own up. Stop the drilling in my merch, you're a donut. Young boy made him so much money that he's grown up. Fuck if him, I'll send the rockets, get you blown up. Posh girls wanna take you back to their yard. I'll kick fucks in the ice, I ain't tryna sweat. We can miss a bread, we can split a check. But I ain't never smoked cigarette. I'm full for the chicks I like. Now I'm joking, I'm moist and I'm kinda shy. But I just switched my drink so I feel the vibe. I'm so drunk, I might DM Joseph Smith tonight. Сумасшедший какой-то. Можно что-то достать, да? Доставай. Я не капитан, ну ладно. А ты что, капитан? Я мимо проходила просто. Он капитан. Сегодня у нас выступают любители, новички. Сколько раскрыто? Три. Все, уберите, убери в карман. Давай, Мась, доставай. Один. Ты что, опа! Вы первые заходите. Вот это жара. Вот ну посмотрим. Пять. Иди вытаскивай. Они первые, прикинь. Они первые? Да. Давай. Всего, по-моему, по пять. Ну что, старый, ты готов? Да. Вот это поможет. Этот талисманчик, он всегда со мной, он всегда мне помогает. Скорее всего, да. Что, да? Это человек. Последний надо быть, Динам. Пятый. Нормально. Нормально. Здесь объясняю, потом какие вопросы задаете, отвечаем, понятно, да? Первое задание. Без ваша пара. Вы нагребаете 3000 метров на пару. Если ваша пара МЖ, вы нагребаете на пару 2700 метров. Если ваша пара ЖЖ, вы нагребаете на пару 2400 метров. После того, как вы набрали свой метраж, вы подходите к штанге и до конца 14 минут пара ММ набирает максимальное количество становых тяг 40 кг, пара МЖ набирает максимальное количество парных становых тяг с весом 120 кг, ну и ЖЖ, соответственно, 125, да. И ЖЖ, соответственно, 110 кг. Теперь, наши с вами гребные тренажеры стоят на стадионе, на траве. Каждые 1000 метров атлет обязан гребной перевести вперед. Теперь, да, как это будет выглядеть? У нас с вами линия старта. Атлеты стоят на линии старта. 3, 2, 1, первый атлет побежал, садится, начинает грести. Смены только за линией старта. То есть вы должны перебежать, дать своему товарищу 5, поменялись. Когда набрано 1000 метров, вам необходимо взять ваш гребной тренажер самостоятельно, неважно, девочка, вы мальчик, слабый, сильный, и перевести его в следующую зону, они будут отмечены конусами. То есть... 1000 набрали, перенесли, 1000 набрали, перенесли. Надеюсь, это всем ясно. Дальше. Максимум парных становых тяг. Соответственно, будет стоять штанга. Отсюда, пожалуйста, пару шагов делаем в сторону, молодой человек. Мы тоже. Соответственно, берем штангу любым образом, распрямляемся полностью. Оба атлета должны распрямиться так, чтобы пятки, колени, таз и плечи были на одном уровне. Касание штанги пола одновременно. Касание штанги пола одновременно. Касание штанги пола одновременно. И наверх. Да. Все, отлично, спасибо. Все, набрали 1000, перенесли, набрали 1000, перенесли, закончили метраж, выходим на штангу, делаем парные становые тяги. Слушай, это на двоих или нет? Чем больше, тем лучше. Вопрос по первому комплексу. Да. Один метр, просто. Да. И когда ты тысячу метров на трех, например, да, то опять же перенесли. Да. 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 Смены производят. Я могу догрести, перебежать на линию старта, мой партнер выбежит, перенесет гребной и после этого сядет и начнет грести. Обязательно 1000 метров всегда начинается в новой зоне. Кто меняет гребной, без разницы. На дорожке за линией старта должен быть только один человек. Там оказывается двое, вас судья одного из вас возвращает. То есть за линией старта только один человек. Неважно, что он делает, гребет. Может мальчик выбежать, поменять гребной, перевести, вернуться обратно. Девочка может продолжить грести. Как угодно, как хотите. Ну,
И, соответственно, очки за греблю 100 очков, за становую 50 очков за первое место. То есть становая меньше в приоритете, чем гребля. Да, в учет идут оба времени. То есть время гребли, точнее, оба результата. Время гребли отдельное, количество становых тяжелых гребли. По первому комплексу еще есть вопросы. А мы когда заканчиваем 2700, к примеру, надо будет еще раз переставить или оставляем? Последний вопрос. Если гребли берешь, мы оба вернулись на линию, только потом сможем. Можно уже бежать оба сами. Как только, ну, там будет обратный отсчет, как только ноль, то все. Да, еще раз, все, вопросы есть по первому? Без разницы, главное, чтобы оба распрямлялись, да. Потише, пожалуйста, потише. По первому все ясно, да, надеюсь? Второй комплекс. У нас временное ограничение 20 минут, да. Мы бежим 200 метров. Старт у нас будет у стоек. Вот с той стороны стадиона стоят стойки. Там разлинованные рамы, да, большая, дорожки. Мы бежим 200 метров. Дальше делаем 20 синхронных девил прессов с одной гантелью. Бери гантелью. Бежим вдвоем? Да, бежим, естественно, вдвоем. Соответственно, на девилпрессах нам необходимо упасть на грудь, полностью коснуться грудью пола, встать и в одно движение поднять гантелю наверх. У нас с вами синхрон по верхней и по нижней точке. Желательно, конечно, чтобы вы делали движение одновременно. Соответственно, дальше мы меняем руку, падаем на грудь вместе, встаем и в одно движение поднимаем гантелю наверх. 20 раз это один левое, два правое, три левое, четыре правое и так далее. Дальше также мы бежим 200 метров, прибегаем к нашей с вами стоечке. Там необходимо будет выполнить на пару 60 подтягиваний ребятам делать до груди, вне зависимости какая пара, М или МЖ. Ребята подтягиваются только до груди. Девушки, вне зависимости какая пара, делают подтягивания обычные до подбородка. До груди подтягивания должно быть касание любым уровнем ниже уровня ключицы. То есть касание турника у ребят должно быть обязательно любым уровнем груди ниже уровня ключицы. У девочек подбородок должен явно выходить за уровень турника. То есть если мы поднимаем подбородок, ваш судья должен увидеть, что кончик вашего подбородка вышел над турником. Смены точно так же. У вас будут разлинованы ваши зоны. Один атлет стоит за линией старта, второй набирает какое-то количество. Поменялись через пятюню. Все. Дальше. Мы снова бежим. После этого делаем 30 синхронных трассовых гантелей. Соответственно, необходимо присесть так, чтобы у нас таз ушел ниже колен. Встать, распрямиться так, чтобы у нас рука вышла полностью, да, над уровнем нашего плеча. То есть не спереди, не сзади. И локоть был полностью прямой. Да, синхрон также по нижней и по верхней точке. Вместе сели, вместе встали. Понятно, да, руки произвольно. Хоть 30 раз на одну руку, хоть по 5, меняйте без разницы. Набрали 30 синхронных трастеров. Вся работа синхронна напротив друг дружки. То есть вы стоите напротив своего партнера. Мы снова с вами бежим. Носки к перекладине, точно так же один атлет работает, необходимо коснуться либо любой частью ботинка турника, либо перенести ноги за линию турника. То есть если вы не касаетесь по какой-либо причине, но ваша стопа вылетела за линию турника, этого достаточно. Да? Можно делать касание, можно просто выносить. Точно так же смена произвольная, носки у всех одинаковые, никаких ничего там разницы между МЖ нету. Мы снова бежим, после этого делаем синхронные толчки с виса. То же самое, как с трастерами, хоть одной рукой все толчки. Да, подняли наверх, опустили вниз. Синхрон по верхней точке и по нижней так. Не, по верхней. По верхней. Да, по верхней, точно. 40 раз набрали, 200 метров бег, финиш. Гантели мужские 22,5, женские 15. Весь бег обязательно с гантелей в любом положении. Потише, пожалуйста, потише, друзья мои, потише. Гантель мы держим как хотим. Ее можно взять в руку, обнять, положить в карман, на плечо, двумя руками и так далее. Атлет должен нести только свою гантель, меняться нельзя. Вы будете обожать свою гантель. То есть в паре МЖ мальчик несет 22, девочка несет 15. Только за. Если один атлет добегает, второй, соответственно, его дожидается в зоне, где вы делаете какое из упражнений. Повторяю, временное ограничение 20 минут. Еще раз, 3, 2, 1, поехали. 200 метров бег с гантелей, дейл прессы, снова бег с гантелей и так далее. И финиш тоже с гантелей. Что?
Соответственно, по нашим с вами носкам и подтягиваниям минимум повторений каждый должен сделать 20. То есть, если ваша девочка или мальчик плохо подтягивается, вам не повезло, он должен или она должна набрать 20 повторений. Обязательно. Потом меняться? Нет. Нет. А, вообще? Да. То есть, если кто-то в команде делает плохо, скажем, носки в перекладине, он может делать по 2, но обязательно должен набрать 20 раз. Без каких-либо поблажек. Если так получилось, что один атлет набрал 40, а у второго осталось какое-то количество, второй атлет будет добивать свои 20 повторений. Поэтому сразу рассчитывай пойти так. Толчка штанги, 3 бёрпи с фронтальным прыжком через штангу. Точно так же линия старта у вас будет стоять на дорожках, ваша штанга. На траве будет стоять штанга для бёрпи. Один атлет обязан делать любое количество повторений, кратное 3. Еще раз. Любое количество повторений, кратное 3. То есть я могу выбежать, сделать 3 толчка, дальше за линией старта я с Вовой поменялся. Он выбегает, делает 3 бёрпи, 3 толчка, 3 бёрпи, 3 толчка, мы меняемся. Соответственно, атлет обязан закончить одно из движений обязательно. То есть еще раз, любое количество раундов, хоть все 20 делайте сами, главное, чтобы это было кратно 3. То есть вы должны закончить толчки и закончить бёрпи. Штанга будет стоять на траве, каждые 5 раундов нам будет необходимо штангу передвигать вперед. Передвигает также любой атлет, который хочет. То есть я могу закончить бёрпи, сделать толчки, выбегает Вова, перекатывает штангу после 5-10 либо 15 раундов и после этого прыгает бёрпи. Если вы начинаете прыгать бёрпи и не передвинули штангу, вам их не засчитывают. Так как их 3, пожалуйста, еще раз, каждые 5 раундов мы с вами двигаем штангу. Будет обидно, если кто-то их отпрыгает, не услышит судью и побежит. Там будут отметки, вы все увидите, там все просто. Теперь, еще раз, по толчкам, пожалуйста. Штангу с пола любым образом мы поднимаем на грудь, обязательно пауза должна быть на груди, да? После этого мы поднимаем ее любым образом с плеч над головой, так, чтобы у нас наше тело просто было ровное. Все, локти, если ваши не разгибаются, обязательно судье, пожалуйста, об этом скажите, что у меня такие локти, я буду толкать так, чтобы вам не засчитывали. Понятно, да? Смотрите, еще один момент. Одна штанга для толчков, одна штанга для бёрпи. Та штанга для бёрпи лежит на траве, вы через нее прыгаете и каждые 5 раундов передвигаете. Будет стоять 2 штанги, если ваша команда, если ваша команда МЖ, вопросы потом, пожалуйста, если ваша команда МЖ, будет стоять 2 штанги, 2, не одна, 2, одна под девочку, вторая под мальчика. Еще раз, линия старта, один атлет делает любое количество повторений, кратное 3. Дальше, после каждого 5 раунда по траве нам необходимо в следующий сектор продвинуть штангу вперед. Смены наши с вами, понятно, как хотим. Какую? 2 штанги передвигают? Которая стоит на траве. Или как? Да. Опять же, передает ведь люди, а траве? Одна штанга у вас постоянно на одном месте. Там 2 штанги и 8? Да. И 8 открышки? Да. Вы тестировали его? Нет. А, это не так. Если бы 100 солдов сделал 10 за 2.15, он бы сделал 20 за 4.30, соответственно. То есть он бы уложился, Стас. И вы все тоже уложитесь. А не уложитесь, значит, надо тренироваться. Нет, это будет просто штанга с маленькими рулями по 5 килограмм. Ее будет легко катить, она не будет какой-то запредельно тяжелой. Команда МЖ это будет 3. Да, будет 3 штанги. 2 стоять на дорожке для толчка. У мальчика своя, у девочки своя. И третья штанга будет стоять на газоне. Да. Все наши шашлики. Без разницы. Забыл сказать про бёрпи. На бёрпи, пожалуйста, ну обязательно. Все наши мы полностью с вами касаемся груди пола. Дальше встаем. Без разницы, как вы встанете, главное, чтобы с 2 ног вы приземлились на 2. Они могут стоять параллельно, в одну линию, друг напротив друга, по диагонали. Главное, чтобы было явно видно, что с 2 ног вы приземляетесь на 2 ноги. Все. Соответственно, с одной ноги на вторую мы не перепрыгиваем с вами, вам не засчитают, вас заставят только сделать то, что... Вопросы? Что? Толчок, взятие на грудь, подъем с плеч над головой. В верхней точке полная фиксация, прямая линия у нас, локоть, плечо, таз, колени, пятки. Внизу обязательно касание пола двумя блинами одновременно. 3 таких объемных комплекса, в
котором они должны будут проявить самое главное во втором комплексе. Это будет у них именно ментально, как они ментально настроены, потому что он будет такой психологический, долгий, 20-минутный. На такой жаре им будет тяжело. Все комплексы, все движения мы с ними отрабатывали в зале много раз. Гантели я их заставлял делать намного тяжелее. Вот. Так что девчонки наши с гантелями подготовлены, ребята подготовлены тоже. В плане гимнастики тоже подготовлены. Вот. Со штангой тоже работали. Точно так же мы работали на грибных тренажерах. В принципе, у них есть все, вот, чтобы победить. Но, как мы знаем, бывает часто на соревнования по новичкам приезжают уже не новички, а более продвинутый уровень. Так что главное, чтобы все было честно, и с любителями соревновались любители. Вот я как раз хотел тебя спросить вот этот комментарий, потому что проблема, собственно, сейчас кроссфита в России, то, что мало соревнований для профессионалов. И мало для любителей. Наоборот, много для профессионалов. Ну, профессионалов, да, и мало для любителей, потому что и из-за этого профессионалы, которые не могут конкурировать на профессиональных турнирах, они на профессиональных соревнованиях приезжают соревноваться на любительских. Вообще проблема в том, я скажу, что надо лучше отсеивать. По фамилиям организаторы должны знать тех, кто приезжает, грубо говоря, выигрывать, да, и должны знать возможности тех людей, которые могут выиграть. Поэтому я считаю, что их нужно отсеивать. Мы будем проводить соревнования в конце августа. Ждем одобрения от нашей администрации. Итак, все начинается. Я готов. Камера заряжена. Штанги установлены. Задача у них нагрести 3 километра. Мы все проработали вначале. Работают они у меня по 500 метров в темпе минуты 50 и меняются быстро. Максим, после первого захода что скажешь? Дышать надо. Лен, что с ногами? Давай, терпи. Поехали. 10. Поехали, работаем. Хорошо. Дышим. Работаем. Лен, работаем. Девочки, 20.
поэтому по кайфу отлизывают выгоды. Лучше идти на выпивку, не будет выбора. Нету интереса доказывать, что ты пидор. Нету интереса доказывать, что ты пидор. Пидоры как суки делают тупые выводы. Шарят по карманам, преследуют свои. Доказывать, что ты пидор. Нету никакого интереса. Лишь одно желание побудить. Поехали, 5 секунд, поднимаем два раза. Раз, еще один. Нахуй другого не будет выбора. Нету интереса доказывать, что ты делаешь. Тянем, еще. Хорош, молодцы. Догонь. Молодцы. Спасибо. Нашу жизнь наладил материал. Я бы уже там умерла. Какое упражнение сейчас было? Это самое сложное, не самое сложное. Гребли стали. Все сложно. Жарко. Да, жарко очень. Да, хорошо, чётик. Стоим, 7 секунд, я скажу когда. Поехали, поехали, подходим. Молодцы, девочки. 21. Дышим. 21. 22. Выпрямляемся. 21. 5 секунд. Давай, магнезий, руки смазывай, магнезий, руки. Подходим 5 раз, говорю. Давай, четверку. Давай, давай. Пять секунд. Еще раз. Так, еще раз. Поехали, 5 раз. Поехали, 5 раз. Давай. Подходим 5 раз. Подходим 5 раз, говорю. Пять секунд. Еще раз. Так, еще раз. Поехали, 5 раз. Поехали, 5 раз. Давай. Давай. Еще два раза. Давай. Еще раз.